Всем привет! С вами Звездочетка. И я, Ксения Акчурина, готова поделиться самыми свежими предсказаниями на следующую неделю. Овны, на этой неделе придется рассчитывать только на свои силы. Вокруг вас могут завертеться интриги. Не пытайтесь узнать чужие тайны. Вам бы свои удержать в секрете. Тельцы, со вторника у вас появится шанс осуществить все задуманное. На этой неделе возможен неприятный разговор с начальством, но не стоит особенно расстраиваться. Оставьте силы на конец недели для семьи и дома. Близнецы, у вас все будет получаться. Начальство окажется на вашей стороне, и спорная ситуация сможет вас защитить. Ваши знакомые могут рассказать вам свои тайны, не распространяйте их. Четверг – это прекрасный день для примирения. Раки, будьте готовы ответить за свои слова и обязательства. Во вторник вам поступит интересная информация. Постарайтесь ее не пропустить. В пятницу ожидайте разговор с начальством. Это возможность для осуществления новых планов. Львы, в понедельник и вторник желательно не начинать что-то новое. Оградите себя от неприятных встреч. А вот начиная со среды, все планы пойдут в вашу пользу. Пятница – это блестящий день для осуществления задуманного. Девы, продуманность в действиях пойдет на пользу вашей карьере. В понедельник будет нелегко разобраться со всеми делами. А вот начиная с четверга ожидайте маленькие деловые поездки. На выходные запланируйте что-нибудь необычное и оригинальное. Весы, в офисе могут возникнуть конфликты. Постарайтесь сохранять спокойствие и погрузиться в работу. Сейчас время переосмыслить свои возможности и перейти на новый уровень. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш оптимизм не превратился просто в эйфорию. Скорпионы, вы будете увлечены работой, и она ответит вам взаимностью. Звезды советуют отойти от стереотипов, тогда в вашей жизни появится что-нибудь новое. Часть энергии сохраните на выходные, она вам пригодится. Стрельцы, появится возможность начать новое дело. Постарайтесь оставлять ваши планы в секрете, иначе их могут присвоить конкуренты. В четверг лучше не бороться с недостатками вашего шефа, лучше иметь с ним хорошие отношения. Козероги, все ваши задуманные планы будут исполнены, а все конфликты наконец решатся. Ожидайте приятных сюрпризов. Все ваши деловые встречи увенчаются успехом. Думайте не только о настоящем, но и о будущем. Водолей, на этой неделе любая работа будет вам по силам. Ожидайте приятных новостей, встреч и переговоров. Только вот во вторник вечером могут возникнуть ссоры с близкими людьми. Но уже к выходным все уладится, и вы сможете спокойно вместе отдохнуть. Рыбы. Все неприятности, наконец, отойдут на второй план, а затем и вовсе исчезнут. Четверг смена обстановки вас бодрит. В пятницу ожидайте новые возможности. Постарайтесь не останавливаться на достигнутом, а постоянно двигаться вперед. На этом у меня все. А если вы не успели прослушать свой гороскоп, вы всегда можете ознакомиться с ним в ближайшем номере газеты «Стерлитамак неделя». Верьте звездам и слушайте сердце. До скорой встречи! Газета «Стерлитамак. Неделя». Время читать.